Thank you.
следует убивать жрецов. Ты ведь знаешь наши законы. Пусть они предатели и ничтожные отступники, но в их жилах течет кровь стражи. Ты пытаешься помешать тому, что твой разум просто не способен постичь. Это предначертано. Пришел их черед для покаяния. Если ты не остановишься, то навлечешь на себя всю ярость небес. Ты один, ты слаб. Они более не твой народ. Их не спасти. Отсеков сейчас законсервировано. Найдете достаточно батарей и сможете использовать все функции корабля в полную силу.
Рядом находится реактор стражей. С ним вы сможете запустить робота и расчистить себе путь. Thank you.
Наблюдаю рядом биополе предателя. Там повсюду артиллерия и датчики движения. Я велел оставить меня в покое. Мое место здесь. Спасая своих, ты не обретешь покоя. Это лишь сделает тяжелее бремя. Идешь против воли Созидательницы. Твоему народу пора искупить грехи. Так было и с моим. Услышь, палач, когда умолкнет его сердце, душа его обретет покой. Его и моя. Следуйте к отмеченной точке. Я готовлюсь забрать вас оттуда.
Теперь небесный локатор сможет запеленговать остальных жрецов. Второй жрец преисподней сейчас в северном полушарии Земли. Я уже настраиваю портал. Некоторые зоны закрыты, чтобы снизить нагрузку на генераторы. Вы получите к ним доступ, как только восстановите энергоснабжение. Ядра и вспомогательных систем. Теперь ваша пусковая установка может метать ледяные бомбы. При попадании они поражают врагов замораживающим газом. Имейте в виду, переключаться между гранатами и ледяными бомбами придется вручную.